выгоняют на пастьбу. Овечек вот отворяет ворота. Вот, а потом выгоняют. А здесь коров отворяют ворота. Заходит пастух и выгоняет. Осень. Сегодня 26 сентября. Там озимое, видимо, далеко. Это лагерь наш. А вот и коровушки выходят. А вот они, овечушки побежали. А вот они как. Вот они молодцы какие. О, это пастушка. Так, коровушки пошли. Вот как. А вот это быки, которые ревут там, где убиты. Настоящий бык. Там один отстал, еще стоит, раздумывает, идти, не идти. А еще тот бык-то стоит? Не знаю, не хочет. Он заболел? Я к нему не подойду, зачем ему дал? Он бычится на меня, идет, зачем? Так он вас догонит потом? Вот в одном стаде пасутся. Ты еще стоишь-то там, а? Интересно, как его не взяли-то, почему? Я такого не видал. Вон наш, видно, крест там стоит. Калаша-лаша. Недалеко. Вот он где идет. Чего-то надулся-то. Иди давай, иди. Иди отсюда. Иди. То ли тебя боятся, почему не взяли-то тебя? Ну. Ну его. Лучше не связываться. Иди. Я тебя не трогаю, с тобой с дорогой иди. Один ты стоишь. Беду ищешь себе. Мужик, что бык, втемяшится в башку, какая блажь. Колом и оттуда не выйдешь, упирается, всяк на своем стоит. Сейчас работали, я припомнил стихотворение на смерть Николая Гавриловича Чернышевского. Николай Алексеевич Некрасов писал: со всех сторон его клянут, но только труп его увидя, как много сделал он, поймут, и как любил он, ненавидя. 96-й псалом, 10-й стих говорит: любящий Господа, ненавидьте зло. Не делайте, а не проходите мимо, но ненавидьте зло.